Всем привет, с вами Слава Игрушкин, и это маленький обзорчик на маленькую, собственно, рыбку, потому что я увидел ее в фикс-прайсе и захотел купить, потому что мы покупали один раз такую оригинальную рыбку, и она нам очень понравилась, мы очень хотели себе такую. Я решил посмотреть, что же нам предлагает фикс-прайс. На самом деле, это такая рыбка, силиконовый хвостик, мягенький. На самом деле, вот он немножко может болтаться, потому что он как бы вообще крепится. Здесь он, кстати, немножко погнут в эту сторону. Это не мешает ему функционировать. Я уже на самом деле доставал эту рыбу и пробовал. Видите, здесь есть болтик. Вот эта часть снимается. Там батарейки. И в инструкции написано, что открутите крышечку, вставьте батарейки, закрутите обратно, бросьте в воду. То есть суть в том, что начинает плыть в воде. Ну, я знал об этой конструкции. И в комплекте идут батарейки. В комплекте батарейки две штуки тип LR44. Но я раскрутил, и в ней уже были батарейки. То есть эти батарейки как бы запасные, дополнительные. Не знаю, насколько долговечна эта игрушка. Кто-то уже мне успел сказать, что на второй день она сломалась. Я пока еще только первый день достал. На самом деле, видите, вот эти точки, черненькие штыречки, они влияют. Если нажать их прямо сейчас, видите, рыбка начинает действовать. Мигает лампочка и реагирует хвостик. Видите, он в нескольких режимах. Дергается разных, то есть побыстрее, а потом такие режимы идут помедленнее. И на самом деле это все интересно, очень смотрится, конечно, в воде. Это не просто заводная рыбка, это именно что-то более электронное. И вот она работает, и ведь перестает работать. Точно так же ее погружают в воду, и она начинает автоматически работать все время, пока она находится в воде. Поэтому пойдемте, собственно, и посмотрим, что же она делает в воде. И, собственно, вот сначала она плывет быстро, потом начинает дергать хвостиком, потом чуть-чуть почаще, ага, снова дергает, затихает, и по кругу снова активные движения. И вот так вот она немножко, видите, держится почти у поверхности, потому что она всплывает, упирается периодически. На самом деле очень интересно давать такую игрушку маленьким детям, как они следят за ней, как они хотят ее схватить, потому что она двигается. И интересно собрать несколько таких рыбок и в аквариум какой-то их посадить на самом деле, потому что это довольно интересно. Возможно, это интересно только первый день, и в принципе, если она на второй день сломается, то сильно жалко не будет. Но она работает, что меня удивило, это самое главное, что она действительно работает. Мигает, хвостиком машет, и все это в фикс-прайсе за 100 рублей. По-моему, у нас она была последняя. Возможно, их очень давно продают. Не знаю, есть ли они сейчас где-то у вас. Но она такая лапуля. Давно очень такую хотел. Оригинальную. Мы такую оригинальную покупали. И говорю, повторюсь, наверное, что мы уже дарили. Мне она очень тогда понравилась. Они там полупрозрачные такие. Ну, эти тоже классные. Вот я вытащил из воды, она перестала работать. А в воде, вот пока она в воде, все время она будет работать. И я даже не знаю, пока батарейки не сядут. В общем, спасибо, что вы посмотрели это видео. Я держу рукой фотоаппарат, поэтому хлоп-хлоп-хлоп. Вы очень большие молодцы. Рыбка вам тоже хлопает. И пока-пока.